14 апреля 1945 года. В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов. На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города Годанин войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли 11 населенных пунктов. Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта форсировали реку Трайзен и заняли город Герценбург, а также более 60 других населенных пунктов. За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов противника.